Всем привет. Как-то на стриме меня попросили сделать рандомный спаун предметов в определенной области. Давайте я вам покажу примерно, как делается. Во-первых, нам надо создать blueprint, в котором мы как раз таки и будем создавать сам рандом. Давайте его так и назовем. AC random. Зайдем в него сразу. И что необходимо? При появлении, допустим, на каком-то участке, да, он будет спавнивать нам какой-то предмет. В виде предмета временно поставим шар. Обычный, да? Далее мы так и назовем, допустим предмет далее мы зайдем в граф и на begin play соответственно мы будем э, спаунить для этого у нас как обычно есть э, нода spawn actor from class и мы здесь выбираем актор, да, какой-то допустим э, наша коробочка котором мы делали нескольких видео назад и место куда спаунить если мы вот это все установим так подождите давайте так ну да все правильно если мы это все установим сохраним поставим да на нашу область у нас э, она заспаунится, да? То есть, ну, вот это вот. Вот. А шарик у нас, соответственно, э, как предмет просто здесь действует. Мы его можем убрать. Ну, можно заменять этот шар, допустим, на какой-то другой предмет и так далее. Можем просто убрать. Давайте. И перед нами заспаунилась коробочка. Так, назад бежим. Э которую мы можем открыть и так далее. Да, то есть определение. Все, мы взяли в инвентарь, забрали. Но это обычный спаун одного предмета. Также сделать его, чтобы там можно было записывать разные предметы. Во-первых, нам надо сделать из класса PromoteVariable переменную, в которой мы должны э, выделить э, наш единственный предмет и сделать его массивом. Он у нас поругается, скажет, что вы делаете, вам нужно по-другому подсоединять все это. Все правильно. Для того, чтобы массив подсоединить сюда, нам необходимо будет написать get, get a copy. И, соответственно, в конце он у нас выдаст еди единичный предмет. Но для того, чтобы он выдал вообще какой-то предмет из этого массива, нам нужно записать массив. Сюда мы можем записать множество предметов. Давайте выберем вот этот предмет. Что-нибудь... Вот этот предмет. Так, что это такое? Давайте предметы создадим. Потому что... Допустим... Какой-то предмет мы назовем мастер-item. Uh, Это у нас главный мастер предметов будет. Да? В него как раз-таки что-то поместим для него создадим какую-нибудь коллизию я не знаю для того чтобы брать этот предмет и еще что-то делать увеличим размерчик ну, вот такой достаточно будет 200 и теперь э, сделаем из него родительские а, точнее дочерние элементы это у нас Мастер чилд будет из мастера опять делаем второго ребенка, третьего ребенка. Ну вот допустим три предмета у нас вот как раз-таки вот эти, которые я выделил, будут спавниться. Здесь мы за место сферы давайте поставим что-нибудь другое. Мы можем задать какой-нибудь предмет. В данном случае мы можем просто заменить его. В данном случае я просто наложил, но это не особо важно. Вообще можно заменить будет. Так, давайте первый готов. Мастер мы закрываем. Зайдем во второй предмет. Давайте здесь что-нибудь тоже. А, Какой-нибудь plane поставим. Который хоть как-то будет у нас отличаться, что это второй предмет. Далее у нас а, в третий предмет зайдем. И допустим сюда поставим тоже какой-нибудь куб. Но... Тоже с какими-нибудь элементами, да? Ну и лампочку куда-нибудь поставим. Здесь будет нормально. Зададим красный цвет. Теперь мы это сохраняем. Третий предмет готов. Смотрите, в наш этот мы помещаем все наши предметы, созданные. Так, пробиваем. Мастер, чилд. Мастер, чилд 1. И master Child 2 вот три предмета которые мы только что создали а вот это так он ругается потому что мы соответственно не подаем а, место да в данном случае мы пока подадим просто на чтобы на этом месте спавнился а, делаем сюда а, Значение от 0 до 2, потому что у нас от 0 до 2 идет количество предметов. Можем сделать как? Random. Integer in range. То есть, соответственно, минимальное, максимальное значение. Максимальное у нас 2. Давайте посмотрим. У нас заспаунился куб. У нас заспаунился. Куб с лампочкой. У нас заспаунился куб с лампочкой. Ну и вот так, то есть видите, большинство раз повторяется. Вот сейчас э, шар с плоскостью. То есть вот так вот по-разному. Чем больше предметов, тем больше рандом, э, рандомизация, это мы можем удалить. Также мы можем э, создать что? Там, во-первых, э, мы можем определенные, э, так скажем, элементы грузить. Мы можем отсоединить пока этот рандом. То есть он выбирает с, с нуля до двух. Давайте сделаем так, чтобы он выбирал или единицу, или двоечку, допустим. То есть либо второй, либо третий предмет. Если у вас их десяток, вы можете выбрать первый, четвертый, шестой там. Ну, я не знаю, там, если вам необходимо. Можно сделать отсюда promote variable. Отсоединить, сделать эту переменную в виде получается массива. Тоже так же вы можете выбрать, допустим, какие-одно или два значения, допустим, либо первый, либо второй предмет, вот из этих будем делать то же самое. get Это копия. Либо, смотрите, есть такая штука как рандом, рандом array item. То есть он автоматом рандомно из этого э, массива выбирает значение. Вот это значение, вот эта циферка, которая соответствует этому значению. То есть, если необходимо, вы можете отсюда что-то брать, либо отсюда брать. Но э, именно числовое значение, которое мы выставили здесь, вот единица или двойка, вот выходит отсюда. Давайте проверим. У нас либо с получается с лампочкой, либо с плоскостью. Либо с лампочкой, либо с плоскостью. То есть обычного шара не, не получится. Либо мы можем поменять ноль и, допустим, шар, либо с лампочкой. А, это куб, точнее, извиняюсь. Либо куб, либо с, куб с лампочкой. Что нам еще необходимо, да? Так. Здесь мы не запутаемся, наверное. Я, в принципе, показал и первый, и второй вариант. Теперь давайте сделаем так, чтобы он э, спамнил у нас в определен... не в определенном месте, вот как мы сейчас сделали, да? Где находится наша, наш эктор в локации, да? А, допустим, в определенном размере, в определенной области. Это мы пока сотрем. Это мы тоже, давайте сотрем. Или нет, наоборот подсоединим, чтобы у нас все генерировалось. Это пока отсоединили мы. Так, давайте создадим в этом рандоме обычную обычный куб Box collision теперь этот бокс у нас является как раз таки тем местом где будут спавниться предметы вытаскиваем бокс делаем из него две ноды get uh, world location Далее у нас Это где куб находится в локации, да, мировой локации, и get scale box extend. Есть, смотрите, get scaled box extend, и есть get. Unscale бокс box, box extend. Получается, первое у нас относится к тому, что дать скейленный, так скажем, увеличенный размер бокса, либо э, не выдавать э, э, скейленный размер бокса, то есть э, где бокс стоит, там он и будет спаунить Вот во втором варианте нам нужен первый, то есть мы сейчас его будем увеличивать в локации в мире и, соответственно, нам вот это и нужно. Ну и чтобы это все объединить нам нужен рандом получается так рандом point in boxing boarding box здесь у нас origin это у нас локация и box assistant это у нас размеры самого бокса ну и далее мы подаем это все в спаун И, соответственно, у нас вот выходит вот такая штука, да? Сохраняем. Смотрите, из-за того, что у нас бокс маленький, мы можем вот здесь в Details выбрать бокс и, соответственно, расширить его как нам необходимо. Давайте вот сделаем вот такой вот... Ну, вот такой вот размер. Как-нибудь давайте, подвинем вот так. То есть бокс может быть даже не находиться в месте, куда мы поставили Эктор. То есть это не особо важно ему. И смотрите, все, он заспаунен где-то в этой местности нам э, предмет. кстати, видите, постоянно слева что-то спаунит. Ну вот сейчас где-то там дальше. Сейчас перед нами. Сейчас справа. Ну то есть такой вот это спаун. Но это, видите, только лишь один предмет в этой области спаунится. Для того, чтобы сделать хоть какой-то разброс, так скажем, нам нужно, допустим, сделать 15 предметов э, из этих, да, то есть, то есть мы эти предметы исполним там 15 штук в этой области. Мы должны дать ноду э, for loop, получается. Соответственно, мы пройдем. 15 раз, допустим, 15 или сколько необходимо раз, получается, повтор. Давайте это мы сделаем промоуту Variable. Мы можем открыть эту переменную. То есть мы могли, допустим, выбрать э, наш э, наш Эктор в мире. И, соответственно, у него уже появился дефолт, да, last index, вот он. То есть мы можем уже поставить. Давайте пусть на этой области 15 предметов будет спауниться. Точнее, даже не 15 предметов, а 15 раз. Потому что в данном случае это получится так. То есть, если... У нас э, происходит спаун 15 раз. Давайте это посмотрим. Видите, да? Раз, два, три. Давайте проще так сделать. Выберем print string. Выключим то, что уберется у нас с экрана. Подадим какой-нибудь оранжевый цвет и подадим на инстринг наше имя предмета. Соответственно, так. Э, да. Давайте на тысячу увеличим. Потому что он там у нас несколько раз происходил. И, как видите, да? Так, давайте другой цвет все-таки выберем. Надеюсь, фиолетовый будет виднее. Конечно, не очень. У нас Chill 5, Chill 25. он подает нам не те имена, которые у нас имеются, да, Чилд просто Чилд 1 и Чилд 2 а вот именно вот эти циферки, это которые раз заспаунились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать предметов. И, как видите, бывают вот такие вот проблемы, то, что он спаунит друг ну, в друг друге, так скажем. Может быть и такие проблемы. Вот в данном случае здесь появилась такая штука, и вот здесь. Что бы мы можем еще здесь сделать? Ну, во-первых, мы можем... рандомно выставить, допустим, количество, да, то есть мы можем не постоянно 15 именно делать. Давайте скопируем. Сюда вот поставим. Пока сюда подключим. Мы можем не постоянно 15 предметов на этой области спаунить. А, допустим, какие-то разные, да? Мы можем поставить э, наш рандом, рандом integer э, in range, как раз таки, и здесь выбрать э, либо просто рандом рандом э, integer. И здесь просто максимально мы можем прописать. Допустим, пусть будет те же самые 15 штук. На самом деле он не заспаунит 15 штук. В данном случае у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего лишь семь. Если я еще нажму, всего лишь четыре. То есть рандомное значение в этой области заспаунилось всего четыре раза. Всего три раза. То есть, если вам надо, вот максимум один. То есть прям такая жуткая генерация. И здесь вот уже получается 7 а, штук. Соответственно, если мы этот бокс растянем м, практически на всю карту а, и поставим с десяток... Э, моделей то в принципе вы не заметите особых сильных повторений и обработать ему будет проще всего три на такой плоскости это нормально соответственно сейчас снова три но видите в разных местах Соответственно, высота вот этого куба, кстати, тоже влияет. Он обязательно должен быть выше земли. А если ниже будет, он, соответственно, в земле заспаунит предметы. Вот как здесь. Или как здесь, да? И, соответственно, он спаунит на той высоте, которая у нас... Бокс является. То есть, если я поставлю у этих предметов, давайте сделаем Simulate Physics, здесь мы тоже зайдем, сделаем Simulate Physics. И в этом то же самое. Как видите, да, они заспаунились на какой-то высоте. Ну, здесь э, ничего страшного, он ругается, это понятно. То есть, если у этого бокса мы сделаем высоту побольше, и, соответственно, он не только по, э, по X, Y, так скажем, но и по Z будет спавнить их по-разному. Видите, да? Этот заспаунился ниже, этот чуть выше, этот совсем высоко. Вот такие вот нюансы данных спаун действий. Ну, в принципе, надеюсь, это было кому-то интересно и полезно. Так что пользуйтесь на здоровье. А всех почти с Новым Годом. До скорой встречи.